Всем привет, ребята, на связи Грим Оптимист. Ну что, появился в продаже защитник с 15 февраля по 1 марта, как и обещали разработчики. Ну и в связи с этим, я думаю, надо все-таки пару слов сказать, ибо люди пишут, спрашивают, стоит ли его брать за такую цену. Могу вам сказать, что в принципе все мои прогнозы сбылись. Я немножко промахнулся с ценой только, но в остальном примерно все так и есть. Как и было лично мне, я думаю, многим из вас понятно, разработчики не дадут возможности покупать защитник просто вот как танк за его минимальную цену. Самый дешевый пакет, который доступен для покупки, стоит 3000 рублей. И в состав его, помимо защитника, входят еще и 2500 золота, камуфляжи, экипаж и боевые задачи. Ну, в принципе, я понимаю, почему разработчики так сделали, чтобы как-то, ну, скажем так, во-первых, побольше заработать, безусловно, а во-вторых, чтобы потенциально хоть немножко уменьшить возможное количество этих машин в рандоме, которое может, ну, как говорится, в первые дни превысить все допустимые пределы. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что все-таки цена в 3000 рублей, она ниже, чем та, о которой думал я. Я думал, будет 4000, я так говорил в последнем своем ролике. Ну, разработчики все-таки сделали 3. Но это самый дешевый пакет, есть, ребята, и другие. То есть, есть и за 4000, и там, как бы, поболее всего, там 3500 голды, всякие резервы, куча всего там, ну и все в этом роде. И есть еще и за 5 с копейками тысяч пакет. Ну, если спрашивать меня, стоит ли брать защитник за эти деньги, то, конечно, пакеты за 5 тысяч, там, за 4 я бы брать ни в коем случае не стал, вот. А пакет за 3 тысячи, с моей точки зрения, субъективно, есть смысл брать только если, ну, вот прямо вот жить вы не можете без защитника. Цена, безусловно, высокая за прем-танк, с моей точки зрения. 3000 это можно, грубо говоря, 2 револизе купить, ну, или там ФВшки, например, 2. Если очень-очень хочется, то, наверное, лучшей цены уже не будет просто физически. Поэтому, наверное, последняя возможность. Я никого не призываю, лично я сам бы не стал покупать за такие деньги. Танк, безусловно, хороший, да, но это не какая-то супер-ультимативная машина нагиба, которая прям всегда в каждом бою будет за вас играть. Нет, ничего подобного, это просто один из лучших прем-танков в игре, вот и все. Если вы, тем более, в игру играете мало вообще в целом, не особо тратите на нее время, то тем более надо задуматься, стоит ли тратить эти деньги сюда. В принципе, добавить особо нечего. Там еще есть ТГ, гвардеец тоже продается. Ну, про него я ничего говорить не буду. У меня этого танка не было, я на нем не играл. Ну и этот еще Т-28 с F-30 тоже не особо вижу смысл его покупать. В общем, думайте, ребята, дело ваше, решать вам. Я за вас решение принимать не собираюсь. Если вдруг кто думал, что я скажу прямо однозначно, что так вот ты бери, ты нет. Нет, такого не будет, господа. Каждый из вас волен сам тратить свои деньги, куда посчитает нужным. Вот. Ну, еще раз хочу повториться, что, наверное, лучшего предложения вряд ли уже мы с вами когда-нибудь увидим. Так что думайте сами, решайте сами. Такое короткое видео, решил не растягивать, ребята. Спасибо вам всем за внимание. Всего вам самого хорошего. Самое главное, не болейте. Всем до скорого и всем пока.